Закажи эту видеопародию на сайте Студия Пародист. Так, ну что, все собрались? Значит так, по завершению нашей вот этой вот трансляции попрошу, чтобы эту запись передали ему лично. Договорились? Значит, поехали. Уважаемый Серафим Матрасович, Пупкин, ты просто не представляешь, как ты мне дорог. Хоть ты, конечно, и считаешь, что про тебя никто ничего не знает. Но мне про тебя все докладывают. Пусть, конечно, не каждый день, но все же. Знай, что я все про тебя знаю. Да, и пользуясь случаем, передаю привет Иванову. Это не к тому, что он тебя там сдал или еще что-то там. Просто человек своевременно сигнализировал. Теперь о хорошем. Да, и передайте Иванову, что про 5000, о которых мы договаривались про доклад, пусть забудет, пусть скажет спасибо, что какая разница, пусть скажет спасибо. Теперь о виновнике торжества. Ну, тут особо говорить нечего. Молодец, молодец, что родился. Как говорится, родился, рос и вырос, как картофельный клубень. На картошку ее же тоже нужно вырастить. Имею в виду, что нужно окучивать, поливать. Иначе никакого урожая не будет. Потому тебя и хвалю. Молодец, что родился. Желаю тебе здоровья и счастья. Как говорится, будешь у нас в Минске, милости просим. Не в том смысле, что у тебя просим, что тебя вообще взять можно что-то. Ну да ладно, вот приедешь и поговорим. Еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, любви, чтобы в твоей жизни все заветные мечты осуществлялись. Поздравляю с днем рождения. Закажи эту видеопародию на сайте Студия Пародист.